Toyota продолжает расширять линейку машин с приставкой GR Sport, где GR – это Gazoo Racing. На этот раз под псевдогоночную переделку попала евроверсия Corolla. И забегая вперед, сразу скажем, что оспортивленный седан появится и в России. В первую очередь он придется по вкусу ценителям минимализма, ведь авторы новинки без сожаления избавились от вычурной хромированной отделки. Взамен появился сдержанный декор черного цвета, который дополняют антрацитовая крыша, двухцветные диски и маленький спойлер на крышке багажника. В салоне настроение поддерживает черная отделка потолка и эффектные полуковши, обшитые тканью и кожзамом. Конечно, тойотовцам стоило бы взбодрить механическую часть, скажем, доработать подвеску или форсировать мотор. Но технически Corolla GR Sport идентично стандартной. Продажи седанов начнутся не раньше следующего января. Совсем недавно АвтоВАЗ провел ребрендинг Нивы. Внедорожник наконец избавился от эмблемы Chevrolet и щеголяет фирменной ладьей марки «Лада». Теперь стало известно, что формальная смена фамилии и национальности почти не сказалась на ценах. Во всяком случае, прайс-листы на «Ладу» аналогичны прошлым, за двумя исключениями. Названия комплектации подведены под фирменный стандарт «Лады», а упрощенная ультрадешевая версия исключена из гаммы. Мода на кроссоверы переходит все границы. Псевдопаркетники появляются и в коммерческом сегменте. Так, однотонный фургон Ford Transit Connect и его пассажирская версия Tourneo Connect обзавелись кросс-версиями. У них черные накладки по кругу кузова, оригинальные 17-дюймовые колеса, а самое важное – завышенная подвеска. Дорожный просвет спереди увеличен на 24, а сзади на 9 мм. Интерьер украшен любопытной контрастной отделкой. Честного полного привода нет, но фургончикам вполне должно хватить винтового самоблокирующегося дифференциала, который Ford готов ставить за доплату. Впрочем, в России коннекты не продаются. На Украине совсем другое дело. Там гамма коммерческих Фордов представлена во всей красе, а значит, под занавес года псевдопаркетник должен появиться у дилеров.